Валерьевич, мы вас поздравляем, во-первых, с победой. Хорошее начало нештенки, как-никак. Вам после этой встречи стало, ну, чуть спокойнее, может быть, на душе, или вопросов прибавилось? Нет, не вопросов прибавилось, ответы. Уже есть ответы на те вопросы, которые меня интересовали. Ну, информативная игра. И по результатам этой игры сейчас мы уже сделаем выводы. Кто-то из ребят уже покинет распоряжение команды. И, в принципе, некоторые позиции ребята мне на данном этапе удовлетворили. Можете прокомментировать работу обороны, центра, нападения? Кому больше вопросов? Ну, больше к обороне, естественно. Пропуская 3 мяча, проигрывая 2-0. Ошибки совершенно, ну, скажем так, необязательные. Тактических ошибок пока много. И в центральной зоне, и вопросы. Крайним защитникам есть. Больше в плане оборонительных действий. 4 мяча все-таки команда забила, практически играя с листа. Ребята с разных команд, разный уровень готовности, разные стили в тех командах, которые они играли, проповедуются. Ну, я удовлетворен увиденным, скажем так. Результат сейчас особого значения не имеет, хотя тоже немаловажный фактор в плане того, что дух победителя должен вырабатываться даже в таких играх. А так, информации много и такая полезная. Для меня. Не выпустили Каюмова, Курилова, Осипенко, почему? Ну, я ребят сразу предупредил, у них своя программа, они беговую программу выполнили, и я предупредил, нет смысла, нет их просматривать, нет, сейчас нужно определиться с теми игроками, которые пришли в команду. Большая группа игроков, все определиться и оптимизировать уже состав, потому что осталось практически 3 недели до начала чемпионата, и нужно уже более в оптимальном сочетании готовиться к чемпионату. Когда ожидать первые контракты? На следующей неделе уже будут? И уже завтра будем подписывать некоторые контракты. Завтра, ребята, внушительная группа игроков уже подпишет контракт.